Татьяна Навка оценила роль олимпийской чемпионки Алины Загитовой в ледовом шоу «Руслан и Людмила». Вот цитата Навки. «Алин, ну какая ты умница! И вам посчастливилось ведь увидеть нашу прекрасную, самую последнюю олимпийскую чемпионку на шоу «Звезду» Алину Загитову в роли Людмилы. У меня ведь мурашки бежали по коже, пока я смотрела из зала. Я уверена, у вас тоже, да? Спасибо вам, наши дорогие любимые зрители, это все ради вас», сказала Навка в своем интервью. Но многие зрители почему-то сделали акцент на падении Загитовой Алины на шоу Навки. Я хочу сказать лично следующее. Все, кому покоя не дают падения Алины, вот просто вспомните прошедший чемпионат мира. Там ведь все падали, и это на привычном вот для себя катке, а я имею в виду сейчас именно размер катка. И это на минуточку. Действующие спортсменки падали, и чемпионат мира – это все-таки не шоу Навки. И сейчас я говорю конкретно про Трусову Александру, которая падала с четверных прыжков. Знаете, лед, как говорится, для всех скользкий. Одним словом, имейте совесть, недоброжелатели Алины. Алина очень красива на этом шоу. Лично я вот согласна с Навкой абсолютно во всем. Татьяна Навка, она прекрасный продюсер и руководитель. Ведь организовала такое масштабное, яркое, красочное шоу с богатыми декорациями и костюмами. И обожает нашу Алину, а это самое главное. Прекрасно ее представляет и гордится ее дебютом в этой роли. Самое главное, что зал был заполнен полностью, а это главный показатель успеха Алины Загитовой.